Коралловую воду называют молоком моря, и она обладает уникальными свойствами. Но есть еще молоко гор. Молоко гор – это еще более щелочная история. Когда-то один ученый поехал в местечко Хунзакут в Пакистане для того, чтобы понять, почему там так долго живут люди. Оказалось, что у них ничего особенного нет. Питаются они урюком горным, козьим сыром, козьим молоком, ну, вероятно, козьим мясом, и они употребляют какую-то особенную воду. Ну, растения, естественно, корни. И они живут очень высоко в горах. Очень долго, невероятно. Почитайте про племя хунзов, хунза, которые отличаются отменным здоровьем и совершенно уникальными жизненными историями. Да? Так вот, этого ученого потрясла история, что вода, которую пьют жители гор, она какая-то мутная, то есть она с кремнеземами. И когда он померил ее окислительно-восстановительный потенциал, этот потенциал оказался минус 500 милливольт и более. То есть, будучи ученым-физиком, термодинамиком и человеком, который занимается водой, он был потрясен этими свойствами. Сколько он не пытался сохранить эти свойства, но электрический заряд таял. И поэтому ему пришла идея каким-то образом смоделировать вот эти вот биологические природные процессы. И постепенно ученые вышли на так называемое семейство гидридов водорода. Гидридов водорода, то есть обогащенные смеси органических солей кремния, которые дают в эксперименте отрицательный окислительно-восстановительный потенциал воды при растворении. И компания «Коралловый клуб» обладает одним из таких уникальных, ценных природных антиоксидантов, и он называется H-500. Что это такое? Это H-500 милливольт образуется в воде, и это можно померить обычным прибором, который называется измеритель редокс-потенциала. И из воды, которая может быть плюс 200 милливольт, что является очень плохим показателем для воды, она вдруг становится как будто бы живой, она оживает, и ее окислительный потенциал становится минус 500 милливольт. Это говорит о том, что вода становится способной вступать в различные биохимические реакции с повышенной скоростью, с повышенной активностью. Она нейтрализует свободные радикалы, то есть это свободные ионы водорода и любых других токсических веществ, которые разрушают наши клетки. Она ощелачивает, она сильнее в несколько раз, чем CoralMine нейтрализует кислотные остатки. Она помогает крови получать более качественный кислород, оксигенирует его. То есть она обладает совершенно удивительными, потрясающими свойствами. Это как будто живая энергия. То есть в воде есть очень много энергии, но эта энергия содержится в кластерах. А кластеры – это молекулы, в которые вода соединяется, когда она находится в спокойном состоянии. Так вот, при помощи H-500 мы изменяем структурное состояние воды, и вода становится активной, то есть она распаковывается, кластеры разрушаются, она переструктурируется. И такая вода невероятно полезна для организма. Наш организм, он привык жить при окислительно-восстановительном потенциале минус 50, минус 100. И минус 500 – это с запасом, с огромным запасом. Этот запас нам необходим для того, чтобы бороться с закислением, бороться с различными метаболитами, которые образуются в процессе жизнедеятельности нашего организма. Это новое направление. Антиоксидантные свойства воды – это новое, совершенно уникальное направление, когда мы можем получать не просто воду, а как бы электролит, который приближается по свойствам и даже опережает во много свойства нашей плазмы, нашей крови и органов нашего тела. Потому что молоко матери – это минус 70 милливольт, лимфа – это минус 100 милливольт, кровь – это минус 100 милливольт. И когда мы пьем воду 300-250 милливольт, мы гасим всю нашу энергию, которая присутствует в природном нашем организме. Поэтому, когда мы употребляем отрицательно заряженную воду с H-500, это возвращает нам силы, энергию и возможность хорошего взаимодействия наших клеток.